Автор Нуртурек Алдыбаев. Категория «Транспорт». Автору блога министру по инвестициям и развитию Республики Казахстан Касымбеку. Уважаемый министр, при моем перелете направлением Ахтубе-Астана авиакомпания потеряла мой багаж. Позже, найдя его, мне пришлось затрачивать средства и время для проезда до аэропорта. Как выяснилось, мой багаж к тому же был поврежден. Головной офис авиакомпании сообщил, что не будет возмещать порчу багажа и сопутствующие расходы. Кто должен отвечать за багаж? Уважаемый Нуртуре, в вашем случае при повреждении багажа с предъявлением багажной квитанции и отрывного талона багажной номерной бирки был составлен акт о неисправности при перевозке, который был подписан лицом, получающим багаж и авиакомпанией. Поскольку вы подтвердили ознакомление с условиями и заключением договора о воздушной перевозке между авиакомпанией и пассажиром при оформлении билета, споры о возмещении денежных средств при повреждении багажа разрешаются в гражданско-правовом порядке. В связи с этим вы также можете обратиться в судебные органы. Согласно действующим правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденным приказом министра по инвестициям и развитию, после регистрации багажа за его сохранность отвечает авиакомпания. Также в соответствии со статьей 84 Закона об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, за утрату, недостачу или повреждение зарегистрированного багажа, груза перевозчик возмещает ущерб, если не докажет, что вышеуказанное произошло не по его вине. Возмещение за повреждение багажа составляется в размере суммы, на которую понизилась ее стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его полной стоимости.